27 января по всей стране отметили День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. В преддверии этой даты в районе прошла акция памяти «Блокадный хлеб». В ней принимали участие дошкольные и общеобразовательные учреждения района, дома культуры и не только. 24 января в Доме культуры Бричепсинского сельского поселения состоялось мероприятие под названием «Памяти блокадного хлеба», на которое были приглашены члены Совета ветеранов аула, старейшины, председатель АДГХАСа по Кашхабльскому району Амин Непшикуев и учащиеся 7 классов СОШ номер 5. Организатором выступила заведующая Домом культуры Сима Отрешева. Также ей помогали Фатима Кулова и Зара Шугушева. Сегодня вся страна наша проводит всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» в честь 75-летия наступающего грандиозного праздника 75-летия Великой Победы. Наша Адыгея, в целом и наш Кашихабльский район очень дружно взялись за то, чтобы включить себя в это мероприятие, принять активное участие. Третий день в Бличепсине под руководством Дома культуры, средней общеобразовательной школы номер 5, чье имя носит герои Советского Союза Алия Юсуповича Кошева, дошкольное учреждение аула Бличепсин, все вчера, позавчера, третий день мы отмечали, участвовали в акции, провели бесподобные мероприятия. Сегодня будет завершающее мероприятие. Я назвала это памяти блокадного Ленинграда. Цифру 900 выставила. Вы все прекрасно знаете, что блокада Ленинграда, окольцованная как с воздуха, так и с суши, была 900 дней, длилась эта кровопролитная, это вот эта война. Хочется остановиться на то, что блокада Ленинграда, в основном говоря, нужно говорить о подвигах беслинеевцев. Сегодня мне очень хочется остановиться, что особые страницы летописи блокадного Ленинграда, мы все знаем, посвящаются детям. Не столько, сколько погибли жители блокада от бомбардировок, от стрельбы, столько, как от голода. Сима Отрешева рассказала присутствующим о тяжести военного времени, которое навсегда изменило жизни не только людей того периода, но и последующих поколений. И пока мы будем чтить их, память о них будет жива. Сколько наших жителей, солдат полегли в разное время, до 45-го года, еще после 45-го года, вот, например, Николай Гурижев, взятие Маньчжурии, Праги, Чехословакии, 45-й год, не все пришли. Еще продолжались, и сколько вот таких наших солдат, наших бричепсинцев, о которых мы можем сказать, мы чтим память о них, и пока мы чтим, пока мы говорим о них, память о них будет жива. Доблестных солдат, ветерана Великой Отечественной войны, которые получили медаль за оборону Ленинграда. Это Вороков Мугад Юсуфович. Это Кошев Аскарби Мухаджирович. Это Кушхов Меджид Аминович. Это Ляфишев Аскарби Хаджумарович. Они живыми вернулись, а вот Кунов Амин Каншаович, погиб он и после, из погибших вот на фронте, он был удостоен этой медали, медали за оборону именно Ленинграда. Далее слово было предоставлено гостям. Они, в свою очередь, поблагодарили организаторов этого мероприятия и призвали присутствующих не забывать свою историю.
мы Ленинград дохитгар хитками бемиардха бемига утежу хедежагами каутежу кино хроника жо ужерибе Ленинград 8 сентября 41 года немцам окружитачи 872 дня окружением и только 900 дней матитха. Значит, Ленинград завок и кемжира на бра миллионищ несал. Завок с завухом от 900 дней встречем, а не жар 557 тысяч человек. А еще сабью дашали бы, значит, от Ленинград жар в дюзу блокадным готовы, совком кинмугай дашавал, немцам снаряд ходью топыша ингу, автоматически хотя бы нахтыкву. Значит, топышко горя гаучи, 150 тысяч снарядов в Ленинград чатушо. Значит, аус душит ми нахбец офызде годар шуншим арары, ш арары, сабихыр кучаджи хуагы, мары симей бокусов, хаджа тақыр варат тарақы шуждалар. Дунами хужари бэ, дэтичари бэ, ахым Абдис Кинзитауган, Суфхан Тахакафал, Затаб, Городир, Каганишну, Ятахал. Я заиштуи, Схатим Тюжа Абарун, Завод Гаджита, Сабиха, Стамоком, Чарету, Снаряд Гарашта. Суфхан Захот Тузер Оржу, вот город Каухмах. А и Каухман Тари Марис и Мейку Кусо, Адигабы Гаджар. Даже в Снаходе, Падигу Каджихун, зачем Мича جمع خوانه بود فزیک کردم لجاجت، وش حبلی که جواب دادی دست، و جفنم که تیج پاگر، اگر میل تا آخر تو قطع جمع کو، زرادیو که مواجه، سد فدیز قینا تا وقتی اکوپم ور زبس موسم، خشک داد جمع کرد تا وزر حال زو 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 وق، اگر تتقان جو، نب مرداج اتربو و پس باوجود، جواب وجود نمیپش انفای. خیش صور تعبیت آن حضور را قرار دور آخیش صور ای خارت صفیم تغوز را خارت صفیم آش صور ودیرج تعب صور قین مغایع صور زغال صور دی قرار دور مفدون بذار بسوم بسونال عکم عبس قط حال بم خب و در به قین عید دیگر صور زمان را شش صور تاوش خرکوگر شور خرکوگر سابی مسون فای Фильтуш Агульфи Аджин Фае, Паджин Мишишуай Хаджак из Рошан Фае. Непа, Ебапу, Шихелмаш Айгу, Аждакша Амаш Айгу. Это Абдирара Шикшая, это Абдирара. Собитикум Саша Хаблеча, Мисигун Зреат. Синогун Жохаш, Собитикус и Паша Исау Вахар. А Исаха уже бабушка уже, Аджидрими уже. А Раши Минобаре за уши, мы встреча с Ашер Фарай. Заботухну, бля, чья история, цюху меня обхарчал, а для общего пахар цюхну ра. Да не так же, я ты симил хороша, не бля, пшикуш заумеша, пшикуш им шишу, не бля, пшикуш заумеша года. Шир, у ага пау, карун ша пау, а гожи гуа хашу, я аша хашу и дыни мехуша. А бля, рубжизаны, мисрыл хазашны, запошиш, садагазмышу, شری شد از مشویاشش بیشتری که بوده زنم نان جدیدش را بذن زنم شلیش و گذاه زیوا. آبی حساق راگش بند تجو مادری دانه با کوتاه قبضو شلیش و گذاه و بیگم اونا غویا کت سبیخر غناون. مراش عبدالحش آش ماجن عبدالحش آخر ف نوبز خفخر یه دانه خبشی تو کنه که میشه پشون بیخو پوتهش نوره میس نوبه سیمان بزرگ شد سال میسم را سیما آبی آب سر میسم و دیفتی میشیس تابش ابسوت می به سبی خردش با واسم هچه میشود از اولی مواسه یعنی تابش ابسوت. В заключении встречи участники акции почтили минутой молчания погибших в то страшное время. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.